господа, всем здравствуйте. Мы сегодня снимаем небольшие покатушки без оружия. У нас есть патрол, второй патрол. Парни там уже вовсю пробуют испытания. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Есть Prado 120. Что у нас еще есть? Чирок. Их даже, по-моему, было два чирка. Гелик есть. V8 AMG. У вас Патриот полноприводный. Еще один прадик 120, ML-ка, Мерс 320, Allroad полный привод, квадро. Так, вот у нас Чирок пытается проехать. Первое препятствие — диагоналка. Все, сел на пузо, получается. Здесь жесткое такое препятствие, прям вообще сразу же садишься. Даже мне с моим клиренсом высоким на моем патруле здесь будет очень сложно проехать. Поэтому я, наверное, даже сюда и не буду суваться. Боюсь просто-напросто потерять здесь свои пороги. Ну все, он сам уже не выберется. Ему придется полностью, получается, толкать его на следующую часть. Смотрим. Жесткое препятствие. По диагоналке дымит, задымел, пытается выехать. Все, сидит. Пошел, все, сейчас штурм горы вперед, только вперед. Так, смотрите, 120-й Prado, кто хотел посмотреть, как 120-й Prado едет. Сейчас посмотрите диагональное вывешивание. О, смотрите, как прошел, вообще шикарно, блин, ребята, вообще классно. Там задел сзади парковка, но ничего страшного. Во-во-во-во, попер. Нормально. Ну все еще верю, что правда не едет. Смотри, как едет. Так, гелик. Вообще с легкостью прошел и все, и вперед. Нормально зашел. Вот так вот. Диагоналочка. Здесь нужно идти именно по диагонали, их начинают разворачивать. Соответственно, начинают разворачивать, и вот поэтому происходит такая ситуация, что машина садится узом, брюхом вот на этот горб. Опа, неплохо, давай. Ай, бампером уперся. Жестко. Все, спасли. Пошел, вот так вот и надо ездить. Нос 7 утер, метровер старый. Преодолел это препятствие. Смотрим, как он подниматься будет в гору. Хорошо идет. Давай. Молодец, заехал. Оп, смотрите, как прошел, нормально, а? Хорошо. И также хорошо уходит в гору. О, как работает. О, жесть, что-то потерял. Но идет кверху. Смотрю, что-то люди стали заезжать. Приноровились к этой диагоналке и стали ехать нормально. Так, Нива. Оп, коротышечка. Все, поперло тоже. Хорошо. О-хо-хо, ни хрена себе, смотрите, что творит, а? Вот это да. Все, и попер в гору. Охренеть, ребята, вот это ужас. Да.
Так, Покров, смотрите, Франкенштейн настоящий, такой здоровый, и колеса большие. Вообще это препятствие просто пережевывает и выплевывает. Никаких трудностей не наблюдаю. О, Субарик. А ну-ка. Хорошо. Бампер не сломал, нормально все. Отлично. Супер. Subaru Outback. Вот мы видим, как отчетливо работает полнопривод. Смотрите, что я тут нашел. Охотники, оказывается, ходят здесь. Так, это что у нас? Это Nissan. Опа, коротыш, Nissan 3-лет. Нет, T2. И заглобчик. Хорошо, кстати, зашел вообще, нормально. Копеечка, комбиндос. Давай, мы верим в тебя. Любители Subaru, ликуйте. Сейчас поедет ваш любимый автомобиль. Японец. Да, он просто читерит. Он проехал диагоналку и уехал дальше. Ребята, смотрите, натяг идет, натяг. Просто даже не... Вот тут у него трудности возникли. Надо было газ палас. Звук-то какой приятный, звук выхлопа, ух, красота. Заезжает у нас Subaru в гору, заезжает. Да, диагональ такая жесткая. Ему только если сходу брать ее, пробовать. Место не получится, просто можно оторвать бампер на самом деле. Это не очень самый лучший вариант. Так, сейчас он объезжает и пробует наверх заехать. Но сейчас только газ пола, смотрите. Вах, нормально. Попер хорошо, кверху идет боком-боком. Супер, классно. Хватает. В горке он хороший, его монета хватает. Посмотрим, как Нива пройдет. О, нормально. Блокировок нет. Все. Нива без блокировок. Ну что творит, а как? Все, пошел, пошел. Нормально. Мощный УАЗик. Но он, я думаю, что не это. Не возникнет у него никаких там трудностей. Сейчас посмотрим. Так, так. Здесь останавливаться надо было. Но ничего страшного, он поехал вперед, вперед, пошел в гору. Ништяк. Я тоже, кстати, попробую в эту гору заехать. Думаю, что зайду. В отсечку долбит, но ничего, заехал, нормально. Как ощущения? Давай попробуем вот ту горку вон там штурмовать. Сейчас я ехал, получается, на пониженной передаче, плюс заблокировал задний межколесный дифференциал.
Ну и полный привод. Сейчас попробую просто полный привод без всяких блокировок подняться в ту горку. Она будет полегче, чем это. Здесь слишком скользко будет. Давай посмотрим. Давай. Красиво развернемся, попробуем. Так, разворот. Засыпало. Фу, трава. Ё-моё. Окошки закрывать надо. Да, все, включаем полный привод. Врубили полный привод и идем вперед в гору. Получается просто полный привод. Блин, вообще всего засыпало. И давай газ полос. Она переключается, надо это, на первой передаче держать. Подъезжает патрон. Так, так, так. Оп, все. Оп, повис, повис. Оба. Все, повисли. Красиво, красиво. Прям. Засыпало? Ты все поле вспахал. Вот кому надо вспахать поле, обращайтесь. Дешево сделаешь. Бесплатно. Зеленым клиентам будут скидки у нас по полю. По урагане. Запах травы чувствуется прям вообще. И машинка вся в траве. Да ничего страшного. Штуку снять. Ну уж куда ж ты его вот так далеко убегаешь? Ах, даже не видно его нифига. Ну прям.
тайна раскрыта, откуда берутся у нас круги в полях. Это все от патруля. Смотрите, что он тут наделал. Мощно, да? Вот это да. Только бегать приходится за ним. А, прикольно.